Бишкек-арена. Вновь проблема с городской канализацией. С городской веткой канализации. Вытекает уже из-под асфальта нечистоты с этого люка. И идут. Вдоль улицы Виноградной, вниз. Такое происходит уже в течение 2 недель. Машины горводоканала курсируют систематически. Вот что происходит. В данный момент вода подмоет асфальт. И потом произойдет разрушение дорожного полотна. Будьте добры, пожалуйста, отреагируйте на данную проблему. Спасибо.